15 декабря в селе Булунбаши Эрзинского района откроется новый дом культуры, сообщает Министерство культуры Тувы. Из 17 рабочих, трудившихся на объекте, 12 были из числа местных жителей. Практически в месячный срок рабочим удалось выполнить все виды работ, прописанные в контракте. Это капитальный ремонт кровли, полов, системы отопления, утепление стен, монтаж новых окон и внутренние отделочные работы. Также завершили строительно-монтажные работы в селе Элихем Улухемского района. Там идет строительство дома культуры стоимостью в 15 миллионов рублей. На 97% готов дом культуры в селе Сарыксепкахемского района. Это самое дорогое строительство из всех объектов приоритетного проекта Министерства культуры Тувы – 10 домов культуры – 46 миллионов рублей. На 75% готово здание в селе Баянкол Кызылского района. Стоимость объекта – более 15 миллионов рублей. Завершены работы по устройству кровли, установлены окна и двери, идут внутренние облицовочные работы, а также утепление фасада. Территория вокруг дома культуры заасфальтирована.